Ежегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Дата праздника выбрана не случайно и связана с днем рождения Гая Цивния Мецената, жившего в Риме в первом веке до нашей эры. Он был известным римским аристократом, покровителем художников и музыкантов. Его имя позже стало нарицательным. Традиционно День мецената отмечают в Санкт-Петербурге в музее «Эрмитаж» с 2005 года. 13 апреля 1902 года в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса. Троллейбус еще называли электрическим автомобилем. Весил он 820 килограммов. Самые дорогие троллейбусы ездят в Арабских Эмиратах, в Абу-Даби. Троллейбусы там стоят более миллиона евро каждый. Транспорт имеет доступ к Wi-Fi, двойные тонированные стекла, мощные кондиционеры и воздушные завесы у двери, чтобы защищать от жары. 13 апреля 1963 года родился российский шахматист Гарри Каспаров. Он начал играть в шахматы еще в 5-летнем возрасте. Занимался в шахматной школе Михаила Ботвинника. В 15 он уже стал его ассистентом, а в 21 – 13-м чемпионом мира по шахматам, выиграв у Анатолия Карпова. В 96 году он впервые сыграл в шахматы с компьютером. Каспаров выиграл матч, но проиграл первую партию. А на Южном Урале в этот день произошло следующее. 13 апреля, 54 года назад, в городе Златоусте над городским прудом совершил свой первый полет «Малыш», один из легчайших самолетов мира. «Малыш» был построен членами авиационного кружка Златоустовского дворца пионеров по проекту летчика-авиаконструктора Льва Александровича Комарова. Этот одноместный моноплан весом менее 100 килограммов развивал скорость до 180 километров в час. Предназначался для спортивно-тренировочных полетов и был максимально прост в управлении.